Привет, ребята! Сегодня еще одно такое интересное видео о взломе страниц ВКонтакте. Если вы уже часто набирали такой запрос, как взломать страницу в ВК, вы могли увидеть много разных сервисов. Вот давайте я вам сейчас покажу один из таких сервисов. Так, адрес сервиса взломвк.com, в котором... Во-во-во-во! Да вы что? Короче, я здесь ввел страницу. Короче, я здесь ввел уже адрес страницы своего фейка AndroidNews.com и нажал взломать. И как мы видим, идет взлом типа на этом сервисе. Пока давайте я вас ознакомлю и с сервисом. В общем, вам нужно зарегистрироваться на сервисе, чтобы сломать. Угу, да-да. Можно сломать здесь ВКонтакте, Facebook и Одноклассники. Вот-вот-вот, уже почти до конца доходит. Интересно, что оно покажет. Ну, сейчас все. Так, аккаунт успешно взломан. ID пользователя... Взлом занял 5 минут 25 секунд. Ну-ка, сохраним пароль. 2. Такое интересное. Вообще сервис работает по... Как сказать? Так. Зарегистрируйтесь. Может, давайте зарегистрируемся? Давайте проверим. Так. Так. Сайт. Хорошо. Вообще не моя электронка. У меня другая электронка. Так, сейчас идем. Вот войти. Ну, сейчас посмотрим, что будет. Так, в общем, ничего не происходит. Это да. Имя владельца Дмитро Казаченко. Ну да. Аккаунт успешно взломан. Да вы что? Нет, за что-то сделать. Потому что войти нам не удается. Вообще не удается. Так. Что у нас здесь регистрация? Форма регистрации. Вы соглашаетесь с пользовательским... соглашением. Так, интересно. Давайте еще раз. Дмитрий. Хорошо. Введем наш email еще раз и типа зарегистрируемся. Хорошо. Сейчас пароль. Ай. Поле пароль. Вот так. И нажимаем сайт, который, ну, наверное, работает по рандому. Да. О. Все? Да неужели? Сейчас мы войдем. Мы уже зарегистрировались на английский язык. Давайте войдем. Так, не то. У нас другой адрес. И введем наш пароль.
Войти. Нажимаем войти, а ну ссылок не видим. Ну, мы здесь видим ссылку Your Pinup. Здесь ссылки не видим. Ну, что это означает? Если вы захотите зарегистрироваться, да, вы зарегистрируетесь на данном сайте, но войти вы не сможете. Вот так, прямо. В общем, я не боюсь за вот этот имейл. Это фейк имейл просто мой. Хорошо. На этом, я думаю, просто закончить это видео о таком сервисе. Я думаю, что это такой не один сервис. Я вам покажу еще много других сервисов, на которые не нужно заходить, и это фейки, которые нифига не ломают данные страницы ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. На этом все. С вами был Дима, канал DrutNewsPro. Не забывайте подписываться на канал и смотреть другие видео.